Что? Мне под идеальный заправить. Изи, давай. Дебил. Рахим! Ничего не говори, я с этим справлюсь. Не благодари. Рахим! Что еще? Я просто хотела спросить, будешь ли ты чай? Your dreams to me is probably not a challenge. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. Лиза, ты опять так в школу ходила? Да, и чё? Мама вчера только на родительском собрании была. Тебе же сказали, что нельзя... Ты не достал! Отвали! Лиза, наверное, твоим друзьям уже пора домой идти, да? Рахима только начали! Лиза! Рахим! Покалис. Я тебя ненавижу! Лиза, я хочу, чтобы ты выросла нормальная девочка, а не вот такой вот... Ты себя вообще видела в зеркало? С кого ты берешь этот пример? Тебе какая разница? Месяц без интернета, без своих друзей. Я дай сюда свой телефон. Книжки лучше читай. Смотри, зачем ты смотришь? Все, пойдем, уходит трамвай. Ну все, на следующей остановке тебя встретит бабушка, не переживай. Веди себя хорошо, ладно? Пока. Алло. Да, я вот только ее посадила. Помогите! Он сам выиграл, помогите! Не знаю, я просто... Я захватил сумку и туда побежал куда-то. Девушка, это ваша? Да. Не теряйте. Спасибо. Все ли на месте? Ничего не украли? Лиза, ты опять валяешься? Приберись хотя бы в комнате, мусор выкинь, уроки сделай. А я пока по делам сужу, окей? Окей. Я ж тебя просил, Лиза, не клонировать себя, особенно в таких масштабах. Ладно, я ж все Поняла? Кстати, тебе снова на работу идти. А тебе убираться. Точно. Что за девушка? Моя будущая. Как это? Моя бывшая может стать твоей будущей? Девушка? Mm-hmm. А ваш папа случайно не Дед Мазай? Нет. Тогда откуда у них такая зайка? Ребята, вы откуда? Я из Москвы. А ты? Я?
из Нур-Султана. Ого. О, мальчишки, а мне уже пора. А можешь тебя проводить? Ну, можно, а то уже поздно. Рахим, а тебе домой не пора? Ну что, ребят, спасибо вам большое, что проводили. Спасибо, записную книжку не запишешь. Ты такой весельчак. Ты сделала слишком много ошибок в слове «придурок». О, привет! Мишель, я нашла нам новых друзей. Вот они. Ну нахер ее. Все хорошо? Да. Точно? Мужик же. Про, к сожалению, сегодня не получится встретиться, так как нарисовались очень важные дела. Давай, может, на завтра? Давай, может, на послезавтра перенесем? Да, все, я тебе позвоню, бро. Давай. Бабушка, привет! Как у тебя дела? А ты чего такой, Абрамов? Да просто горячую воду отключили, баб, из-за этого я не моюсь. Без бабушки в трех соснах забудешься. Пойдем домой. Мое изобретение. Интересный факт. Только коммунальщики могли поставить моего внука раком. Баба, как делать, чтобы больше воды не было? А ты тверкой, тверкой.